Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Всем привет, с вами Саш Тюнк, и это 13-я серия прохождения Сабнаутики. В общем, сегодня мы займемся опять же построением нашей главной базы. Сегодня мы тут поставим, ну вернее, оборудуем вот эту вот нашу комнату, самую главную. И построим тинториум, который там где-то в глубине у нас хочет быть. Давайте сначала так, у нас на этом этаже вроде бы тоже, да, есть этот такой. Молодецкий. Вот такая вот штучка. В общем, смотрим, чтобы нам... Ну, во-первых, нам нужно этого того самого очень много. Как он называется? Скажите мне. Я забыл. Так, стекло, вот, кварца, вот, вспомнил, нам надо много кварца. В общем, сейчас выпрыгиваем в воду, как раз наступает вечер. А вечер — это значит то, что сейчас очень хорошо виден кварц, и мы поехали за ним. Вот, кварца у нас тут везде, по чуть-чуть есть, и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть, в общем, везде чуть-чуть. Так, сегодня я не сонный, так что все будет нормально. Надеюсь, в общем, так, там вход в пещеру. До пещеры нам еще очень долго. Так, давайте я пока нажму на паузу. Так, я, в общем-то, пришел. Почему-то я... А, ну, естественно, вода, пацаны. Так, а где моя вода-то? Так, я не понял. Где вода? Так, пацаны, ребята, вот я сейчас на самом деле чуточку не понял. Не понял, давайте с это посмотрим. Да давай, беги, ты чё, дурак, что ли? Бежать надо. Это еле живой ползет. Так, давай воду нам, быстро. Так, заглатывай. Так. Фу, красавчик. И еды у нас обработанная, окей. И вот это. Все шикарно, да? Тут у нас минус 4 воды. А, ну у нас есть соль, в принципе, так что давайте. А, так у нас не просто есть соль, у нас ее очень дофига. Да. Не зря, видать, мы выделили серию на соль. Теперь мы делаем вот обработанную рыбу. Всю, которую у нас есть, эту рыбу-пузырь. А то мы чуть-чуть не умерли. Чуть-чуть не умерли. И, пожалуй-ка, все. Соль у нас есть, рыба есть. Вот это вот эта подстава сейчас была. Ладно. Живем, пока живется. Побежали. Тогда поплаваем, поищем нам батарейка. Ну, естественно. Какая батарейка, народ? Вы о чем вообще? Нам нужна батарейка. А батарейки у нас, наверное, нет. Ну, раз нет, уберем. Возьмем вот это. И поплаваем чуточку. Так, да, вот. Сейчас поплаваем, сделаем батарейку, чтоб уж наверняка. Чтобы она всегда была с нами. Сейчас мы ее намутим. Так. Гриб. По-моему, там два хватит. Ну, на всякий случай, три пусть будет. Так, у нас батарейк. Два гриба, в общем. Да, заговорился сначала. Так, вот у нас уже утро, я даже не успел, если честно, вообще ничего. Давай, гриб, до свидания. Так, а мы поплыли искать кварц, потому что того времени, которое уже прошло, как это ни странно, нам не хватило. Причем потихоньку все ресурсы вокруг нас начинают исчезать, заканчиваться. Нам нужно перебираться в другое место. Ну, слава богу, у нас тут еще есть пару незатронутых мест, где можно, в принципе, и отведать вот этой рыбки. Рыбеха! Ё-моё, куда ж ты?
С тебя водичку можно сделать, я знаю. Так, 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 кварц. Кварц, братан, ты где есть? А, вот ты. В общем, днем его вообще почти не видно, так что если я пропускаю, это бывает. Берем все, что нам попадается. Это так, металла. Еще хватает намного кварца нам. Вот давайте вот этих рыбок мы тоже поймаем. Потому что из них мы будем делать нынче воду. Вот это и вот это, ё-моё. Все, отлично, это уже не будем ловить что-то как-то. Так, вот он и еще кварц, там чё? Еще есть? Или тут нас замочит? Слушаем звук. Звук, 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 звук. Нас тут не убьют. Да, вроде не должны. Так, тихо сваливаем, пацаны. Так, все, сваливаем отсюда. Просто чуть-чуть услышал там то, что не надо. То есть такая вот штучка, которая нас просто замочит, как ей вообще пофиг как. Упс, так, давай вот сейчас виснуть не будем. И всплывем. А виснет все, потому что как ковроли подплываешь, так и виснет. Надо вообще от нее на пол километра уплыть, вернее, на пол тысячи лет, года световых лучей, вот. Уплыть и, в общем-то, где-нибудь там найти тоже такое же место. Я уверен, оно не одно в игре, где вот так вот мало всего. Так, а почему у меня один баллон всего с этим? Наверное, потому что я плавал тут, искал ресурсов много. Но, в принципе, пока что этого хватит. Давайте доползем до базы и возьмем все-таки мой баллон обратно. Не хотелось бы мне... Надо там тоже кинуть маячок, чтобы у нас была база все равно. Назвать ее Саштюнькой, чтобы была. В общем, маячок делается у нас вообще без проблем. Главное медь. Не помню как там, медь и еще что-то. База там, по-моему. Или там? Там. Так, сейчас у нас супер мир прогрузится, а то я вот вижу край, а нет, не край, это я не туда поплыл. Вот там вот база. То есть, по сути дела... Не, давайте зайдем снизу, сверху-то я не хочу заходить. Я уверен, скоро сделаю так, чтобы музыку на заднем плане убрать. В этих трех видео я не буду вставлять музыку, потому что это нафиг надо. Стекло, да, мы делаем? Так, стекло тут у нас. Ну, ничего, так получилось. Стекла. 3, 4. Нифига себе. 5, все, да, вот 5 стекла и давайте титана. Вот еще титана. Еще титана и все. Так, дополнительные материалы. Бензол и синтетические волокна. Это что? Ладно, делаем воду. У нас есть рыбка. А что она дает? К счастью, без запаха. Ну-ка, стоп. Давайте вот приготовим и на остальное сделаем воду. А, ну все, на остальное это у нас. Так вот она приготовлена. Обработана, давай. Шикарно. Так, давайте маячок не будем пока что делать, да? Пока что мы сплаваем куда? Сходим, нафига нам плавать, у нас же здесь лестница, вот мы уже наверху. Где база-то? Вот она. Сюда поставим двери, в общем, отличные, такие хорошие, красивые. Давайте непосредственно замутим тогда чё? Окна-то это чё? Водочистная станция и нафига, пацаны? Ух, а зачем, ребята? Вопрос такой вот непонятный. А за что она делает-то? Ну-ка, ну, давай поставим, что она делает. И чё?
Использовать и чистую станцию. ЛК. А, она типа воду делает. И соль делает. Фига себе, так давайте две ее сюда. Чё это, и одной-то мало. Еще одну залепим, только тут у нас так, подожди. Дай-ка я тебя разберу тогда. Так вот. И знаешь, где ты у меня стоять будешь? А вот тут-то. Во как. Нифига себе, сказал я. Так, ладно. Давай ставим тогда вот тут еще одну. Пусть две будут такие вот тут вот. Шикарные у меня дома вот при входе вода, вот, честные вот эти вот штучки. Использовать станцию ЛКМ. Это как? Использовать изготовитель. А, это изготовитель, это станция, да? Честная станция. А что очищать, пацаны? Фильтрованная вода. А если сюда ее сделать, ну ничего, да, не будет. А из чего, как бы, простите, этого? Вода, соль. Из чего нам тогда? Алмаз. Опа, алмаз. Ладно. Фиг знает, что это вот вообще делает. Ну, пусть стоит. И я думаю, скоро тут не будет. Сейчас просто посмотрим, что она, и потом нафиг ее. Нафиг. Так, поехали дальше. Мутить стекла. Это так. И так. И эпа, стекло закончилось. Ну и сюда, естественно. Ах, нельзя. Пацаны, тут везде поставила, сюда нельзя. Подстава. Ладно, потом разберем. Чё это делает в итоге? Упс. А честная станция. Может, сюда баллон надо, а? Пацаны, баллон возьмете? А, рыбку. Черт. Соль. И. Или отсюда забирать, типа, можно, или что делать? Ну, короче, ждем, ждем. Не знаю, что это нам даст. Что-то, видать, даст. Может быть. Нам, тем не менее, нужно еще кварцем. Плывем за кварцем. Это что? Мотылек. Эй, мотылек у нас есть. Спасибо. Так, ой, ну-ка иди сюда. О, не, их там много. А что, она вылетела все-таки? А, не, не вылетела. Я думал, все нам. Это. Самая пришла. Пипец, зовут ее. Как бы давайте ищем кварц. А где его найти? Сейчас найдем. Тут нет ничего. Где кварц? Черт, где кварц? Куда я вообще поплыл? Нам надо к Авроре, тут всегда много кварца. Блин, опять воздух заканчивается. Что, я не взял это, что ли? Так, что у нас по титану? Титан у нас еще нормально. Живем. Давайте искать все-таки кварц и вот этих вот штук. Может, они нам не понадобятся уже. Сейчас нам там воды наделают с солью. Или там не делается. Это я просто пошутил. Короче, я не понимаю, что там делается. По-моему, сколько я понимаю, я не знаю, я вообще это первый раз увидел. Обновление, видать, какое-то было, я не заметил. Steam у меня был открыт много, очень долго. Вот, и ноябрь. Ноябрь. Не, за ноябрь вроде уже и обновлял. Фиг знает, короче. Наша задача — это много очень кварца. Так, давайте сделаем, выполним эту задачу. Но много очень не знаю, но счет тут прям очень много. Ну, достаточно будет. Пугающая местность. Так, ладно, поплыли куда-нибудь вдаль. Тут по-любому должен быть кварц. Или что, или я ошибался, да? Вот тут-то кварц-то должен быть, ё-моё, ребят. Я тут уже был, наверное, весь кварц забрал. Ладно, давайте в ту сторону поплывем.
Там я точно не был. Вот так вот у нас прямо на месте прогружается мирок. Вот прям хопа, да? И не заметили. Здесь у нас говнецо разлито. Так. Ну где кварц-то, ё-моё, ребята, у меня воздух уже закончился, а кварца все нету и нету. Фига, я всплыл это. Вернее, нырнул. Эх, туда что ли? Занырнуть в пещеру. А, спасибо, ребят. В пещеру я потом как-нибудь доберусь. Не знаю, как потом выбираться, правда, буду. О, соль. У нас там, по-моему, делается соль. Да, я фиг вообще, я не понимаю. Реально, что там делается? Может, это медь? Ну-ка. Это медь. Медь нам всегда нужна. Так, куда я опять? Нет, смотри. Так, ладно, плывем тогда вдаль, далеко туда, куда-нибудь. Но при этом... Где Аврора? О. При этом мы одновременно еще и кварца ищем. Вот еще кварц. Ночью кварц подсвечивается вообще от души просто. Я сейчас могу просто-напросто его не видеть. А вот тут окажется море. Вот, например, вот это я не видел сначала. Потом увидел. Как бы где еще может кварц быть? У нас уже, ну, так на... Три стекла всего. Даже на два окна не хватит. Нам надо на два окна. Там еще тинториум фигачить. Ну, короче, мне кажется, это все. Ладно. Не хватит нам тут кварца. Придется уходить в заплыв куда-нибудь. Эта серия, скорее всего, будет долгой. Потому что, вот видите, я все плаваю. Паузу я не хочу делать. Потому что лень. Даже вот не лень, а как-то плавать, это разговаривать постоянно, это прикольно. Ну, я вроде уже об этом рассказывал. Поэтому где-то здесь должен быть кварц, да? Ну да, я ж это... Нюх у меня. А тут что есть? Наверное, такие штучки, которые нам съедят нас. Не? Ну, давайте наберем очередной меди тогда. Титан. Вот медь. Титан. Медь. Ой, ребята, чувствую, я сюда еще приплыву. Титан, сейчас будет медь. Тоже титан. Ну-ка, и тут титан. А, нет, медь. Эй! Эй, медь! Медь, Вася! Упс, воздух. Ладно. Сюда мы еще вернемся, я запомню туда, где это находится. Там, где наша... далековато. А, ну, понял, да. Все, я понял, где это место. Чё это за шняги там? А, понял. Ну, короче, кварц, он такой весь где-то здесь. Так, ну там совсем уж глубь, туда я не буду забираться. О, еще кварца. На самом деле... Было бы светло, мы бы насобирали его уже очень много. Но так как не светло, то много насобирать не получится. Не видно его просто-напросто. Ладно, в общем, плывем обратно тогда. Так, что над нами? Чё? Остров какой-нибудь. Фига, сюда нельзя встать случайно? А, то есть ты тут до сих пор плаваешь, да? Молодец. У нас тут внизу что это такое? А, тут тинториум должен быть. А, я вспомнил. Ну, давайте еще стекла. Сползаем, сбегаем, вернее, там посмотрим, что да как. Энергия, ребятки. Что с энергией? Уходит куда-то. Непрофессионально это. Где мое золото? Где мое золото? Будем фигачить энергию. И давайте... Что там надо для... Так, стоп. Для вот этого... Вот так, где оборудование? Энергия. Мощный передатчик. Давай. Эпа, ребятки.
зашел. Ну и давай еще один мощный передатчик. Вот сюда. Так вот. Два мощных передатчика у нас есть. Теперь хватает ему? Не? Сотка уходит, пацаны. Так не пойдет. Так, ну-ка я давай схожу сейчас. Разберусь с ними. Две шняги такие, сотка уходит. Где вы? Фига себе. Чё, сколько тут? По 60% выключить вас можно? Или чё, как-нибудь-то? Тут чё? А, так я говорю, вон соль, короче, создается. Вот, уже создалась. О, вот эти штуки мне нравятся. На самом деле, очень классная вещь. Окей, запомню, но энергии на них это не накопить. Это ж сколько надо мощных передатчиков-то поставить? Ну чё, вообще у нас энергии не будет. Так, предлагаю сейчас... А как их отключить? Их никак не отключить. Лучше построю рядом что-нибудь, где чисто они будут стоять, и пусть они хавают эту энергию. Сколько им влезет. Мощные передатчики, по-моему, вообще ничего не дают. Окей. Блин, а мы сейчас и ничего и не покрафтим ведь. Изготовитель, брат. Надо что-нибудь... На, давайте сплаваем тогда пока что вот сюда. Там-то по-любому энергия для нас найдется. Эти шняги сейчас закончат все делать, и пофиг. Заполним. Все. Пусть энергия постоит, покопится. День тогда. Вот этот, который будет. Сейчас мы тебя тут починим, чтоб ты опять у нас не сломала. Вернее, чтоб ты опять сломалась. Действительно ломается постоянно. А, сотка уже, да? Так, нам надо стекла. Стекло. Вот, делаем стекло. Кстати, магний. Ясно, магний. Магний нам не надо, воды у нас достаточно. Ничего себе, там стекла. 4 уже. 5. Все, 5 стекла. Вот, красавчик, так нырнуть в воду очень профессионально. Так, инвентарь сохранен, это отлично. Я пишу то, что инвентарь сохранен, значит мы можем умирать спокойно. Ничего нам от этого не будет. Так, мощный передатчик у нас передает. Чё там? Передает, прикинь, даже ночью. Окей, ну изготовитель обесточен. Давайте-ка мы сползаем наверх. И как не то попробуем это вот обесточено. Естественно, обесточено. Давай туда кристалли соли. Накидаем. Так вот. И нельзя. Ё-моё. Фига себе. Аж как оно все тут. Так, давай это вас. Так, это нельзя, да? Да можно, должно быть, ё-моё, что за подстава-то тут такая? Окно. О! О! Ништяк. Так, теперь. Теперь мы возьмем. О, есть консоль улучшения мотылька, прикинь. А куда ее ставить? Никуда. Перегородка. Использую для остановки потока воды и как скульптура поддержка. Так это, пацаны, нам надо что-нибудь это крутое такое сюда поставить. Да будет это аквариум. Вот сюда такой прям красивый напротив окна. Насколько я знаю, сюда можно рыбок всяких, да, наловить, накидать, пусть плавают. Есть что убить. В общем, что мы тут можем-то еще? Скамья, приготовитель, шкаф. Вот, давайте скамейку поставим. Давайте вот так вот напротив окна, чтобы...
Красавчики всякие сидели тут, смотрели, говорили, эй, молодец, видишь, отхапал себе квартиру, дом вообще. Вот здесь вот тут вот для самых безумных, кто любит посидеть, посмотреть на аквариум, вот так вот поставим. О, ребята. Обесточено. Опа. Ладно. Ребят, так, может вас выключить? Как вас выключить? Сына. Вы выключаетесь, не? Ну как-нибудь-то вы выключаетесь? Выключить тебя хочу. Слышишь? Викл. Викла нету. Ну окей. Надо больше золота, больше передатчиков. Сделаем вообще все от души. Но не сегодня. Сегодня там пусть они работают, сколько могут, короче. Золота у нас нету. Вся база обесточенная, естественно. Так, что можно сделать еще там? Тинториум построить, да, мы хотели. А что надо нам для волшебного стекла? Обесточено. Ну, ребята. Короче, думаю, надо их пока что разобрать. Не пока что, а разобрать. Пусть как бы. Ну давай, где ты? Эй, блин, даже одна вот, то есть. Слышишь? Полностью разобрать придется. Ну, ладно, чё. Вырубаем. Давайте, пока их тут не будет, я, конечно, понимаю, это такая классная штука, все дела. Но построим для этого отдельные помещения. А, нет, скамейки-то мы тут не поставим. Мы здесь сделаем шкафчики, когда будет стекло, а пока что только вот сюда вот классный такой красивый изготовитель. Вот такая у нас комната получилась. Давайте доделаем вот это место. Все, то есть сюда подошел, сел, и вот на, вот смотри на аквариум, на все, что хочешь, нас посмотри. Давайте сейчас плаваем за рыбками. Серия получится долгая, она уже долгая. Сейчас плаваем, наловим рыбок, пока 11%. А, тормози, братаны, водичку. Глыть, глыть водичку, молодцы. Так, давай поплыли за рыбками, надо вкусно слава, это больших, короче, быстрых рыбок. Так, рыбки. Еще бы найти бы их всех тут. О, пацаны, не, вы не пойдете в аквариум. Вы слишком меня нафиг убьете. Рыбки, вот тот, понимаете, был этот вот супер быстрый, я бы ее был в аквариум. Ух ты, прикинь, первая моя это быстрая летяга. Жопяга, не помню как, рыба монстр гонка, наверное, какая-нибудь. Это мало, одной рыбки мало, там вообще дофига можно их засадить. Поплыли, еще половим, там пузырьки всякие, рыб пузырей всяких разных, в общем, наловим. Пусть плавают в аквариуме. Тут что? Нету никаких. Вот таких вот бумерангов наловим, короче. Бумеранги. Все, в общем-то, готовая моя штучка это. Короче, пока три рыбки. Так, вот такой у меня тоже, да, нету. И не будет. Она так-то красивая. Где ты? Давай этот возьмем. И тут маленькая такая красивая плавала. О, а, нет, такая-то у меня есть. Вот же она. Где вот же? Какая-то другая плавала, вообще классная. Быстрая. А вон она. Не понимаю, как ее поймать. Опа, поймал. Это что за рыба? Дырка. Ладно, поплыли, короче. Туда. Смотрите, вот что у нас тут. Чё это такое? Harlem Shake?
Почему у нас так прыгает вот эта вот вся база? Вот это. Все, а не. То есть, когда мы плывем, все прыгает, ну, естественно. Как нет-то. Давайте мы заползем сюда, попробуем. Эй! Хлопчик! Пусти домой! Я тут... Читер. Так, я думал, отсюда только выходить можно. Все, так, давайте сейчас рыбок туда понапускаем, вот этих всяких. Давайте вот эту туда. Вот эту. Вот эту. Вот эту. Вот эту. О! Что-то и рыбки можно. Ладно, в общем, давайте садимся. Вот это вот пойдет на превьюшечку. Чипоник. А так-то, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был Саша Тюнинг, 13-я серия прохождения Subnautica, всем пока.